Я работаю с 1 сентября, иду прием пациентов, как взрослого, так и детского. Нравится больше работать с детьми, мне интереснее. Пока что буду здесь работать и жить. Мне здесь больше нравится, здесь спокойнее. Пойти в медицину я решила в 8 классе. И как бы других вариантов почему-то для себя и не рассматривала. Я работаю тут уже почти месяц. Я сижу на приеме вместе с фельдшером. То есть пишу направление пациенту, заполняю бумаги. Также делаю прививки. Поддержка со стороны старших была. То есть коллектив хороший, дружный. Очень даже комфортно, уже к людям привыкла, люди тоже ко мне уже привыкли, поэтому, в принципе, очень мне нравится тут работать. Живу в Вологде, но работаю на Дееве и езжу каждый день. Льготные выплаты нам предоставляются, так как мы работаем на селе, в принципе, у фельдшеров это размер 500 тысяч, а у медсестер это 250. Я купила квартиру, планирую здесь остаться. В этом году у нас пришло 8 молодых специалистов на данный момент. Это у нас 5 специалистов среднего звена, 4 фельдшера, 1 медицинская сестра и 3 доктора. Специалисты своего дела, вот очень грамотные. Если что, задают вопросы, конечно же, и своим наставникам, и мне. Помогаем всем.